Лии дочь не думала совсем, что опасны очень Хананеи, что коварство затаил Сихем и бесчестие совершит над нею. Домогаться дружбы – цель врага, но другому можно удивиться. Представитель мира и греха вдруг по сердцу говорит девице. И хоть много лет прошло с тех пор, не перевелись сыны Емора. Сколько увлекли они сестер в то греха и жуткого позора. Обольститель через своих людей говорит: «Вы с нами породнитесь, будем брать мы ваших дочерей, вы на наших дочерях женитесь». Под личиной дружбы грех сокрыт, а с грехом играть опасно в прятки. Если мир по сердцу говорит, значит, с сердцем что-то не в порядке.